Ну что, сын, как состояние? Тихо, не шумите, вы же видите, что он болеет, а? Солнышко мое, бедненький, температура 37,5. Ты что, на кухню пришел? Я сейчас тебе сама принесу в комнату еду, иди ложись. И вообще настроение то болеет, страшно прям. Наверное, тебя сгладили. Пошел там жирулик с спичками. Давай я тебя растеру, ложись, не вставай. Аж аппетита нет у меня. Не Уильямс или Уотерсон Симкс. Чего умираешь? Ничего страшного, мы женщины сильные. Он меня лекарство вытащила. Выпей. Вот говорила тебе, это все из-за твоего телефона. Капроновая колготка ходила, гамажа не одевала. Оба он же сама виновата. А еще будущим рожай, надо думать об этом, а не хиповать. Носки надо теплые одевать. Лекарство сейчас выпей, и можешь чем-нибудь вот посуду помыть. Пропотеешь, наоборот, хорошо. Чем больше двигаешься, а если будешь лежать, болею, болею, так и будешь болеть.